Всем привет, с вами Джекем, продолжаем играть Ведьмака 3-го. И у нас очереди помощь. Короче, Ведьмак нам... в борделе. Можешь помолчать? Что тут странного? Ты странный, брат. Все знают, что ведьмаки выродки и ненормальные мутанты. А здесь порядочный бордель для шлюх с принципами. Говори на чистоту, у тебя в штанах точно все как у обычного мужика? Когда последний раз проверял, все вроде было на своих местах. Интересно. Я хотел бы провести время наедине с одной из твоих девушек. Милости просим. Только девушек-то особо не разглядывай. Осмотр отдельных денег стоит. Ясно. Берта. Что мне, с этим в храмовую стражу пойти? Мы живем в материальном мире. И я материалистка. Привет, Йен. Ну ладно. Кто там дальше? Черные? Ридания? А как иначе? Лишь бы платили. Так, и кто это тут у нас? Меня прокляли, ты поэтому пришел? Хочешь снять проклятие поцелуем? Я просто решил оригинально как-то начать серию. Ты свободна? Два опыта. Там Йеннифер не застит, ничего так, ладно. Там кто-то есть. Просмотр денег стоит. То есть на тебя... Я пошел отсюда, да? Котик. Вау, я как тебе... дела? Ну и улыбка. Как лопнувший шрам. Привет, Йеннифер. Что ты тут делаешь, вопрос? В этом заведении я с таким же успехом могла бы пить помои. С Имлерихом ты все придумал или Цири? Лекцию об ответственности можешь пропустить? Я собиралась продекламировать хвалебную оду в твою честь. Но если ты не в настроении... Я думал, ты будешь в бешенстве. Из-за чего? Что ты поддержал Цири в ее решении? Что вы сражались плечом к плечу и победили? Ну да. А если бы мы проиграли? Мы бы сейчас не разговаривали, а женская часть континента утонула бы в слезах. Спасибо. Вы победили. Так что не стоит говорить о том, что было бы. Что ты делаешь в этом прекрасном месте? Скоро узнаешь. Лучше скажи, что с Филиппой. Мы с Трис отбили ее. Оказалось, она была у Дикстры, но уже все в порядке. Хорошо. Ты скажешь, наконец, что ты здесь делаешь? Я узнала, что Маргариту держит в Оксенфордской. А, и для этого мы здесь находимся, да? Еще я разыскала человека, который из нее бежал. Скоро он должен здесь объявиться. Ты
Ты знаешь что-нибудь об этом беглеце? Я знаю только, что никому, кроме него, не удавалось сбежать из Дейли. И что его ищет теперь стража со всего города. И ты думаешь, ему можно доверять? Сейчас узнаю. Он как раз пришел. Аббат Фари? А кто спрашивает? Нам надо поговорить. Зараза. Лучше его догони. А, то есть тебе лень, да? А им пофиг, да? Галера, на лестницу влез. Кажется, меня ожидает прогулка по крыше. Лезь давай, а не болтай. Я думал, ты с ним договорилась. Я сказала, что я его нашла. Чего вы от меня хотите? Пустите меня! Спокойно. Нам надо поговорить. Угу. А потом стилет под ребра и в канаву? Посмотри на нас. Разве мы похожи на бандитов? Ну, не очень-то. Вот именно. Кроме того, ты для нас гораздо ценнее живой, чем мертвый. Значит... Вы меня не тронете? Нет. Просто расскажешь нам кое о чем, а потом пойдешь во свояси. Ну, коли так, будь по-вашему. Только давайте-ка вернемся в хромоножку, чтоб на улице не стоять. Вино пойдет тебе на пользу. Спасибо. Чего вы хотите? Попасть в Дейру. Идите к охотникам и скажите, что практикуете чары. Тут же там окажетесь. Мы должны это сделать так, чтобы никто не заметил. Расскажи, как ты бежал и пойдешь своей дорогой. Кажется, Дейра охраняется лучше, чем крепость Викаваро. Они набирают стражу из охотников за колдуньями. Худшие отбросы, дикие фанатики. Вы бы видели, что они с людьми вытворяют. Каждый день пытки, колесование. Покой был только в праздники, когда они напивались до беспамятства. Им можно пить на службе? Вроде нет, но сами знаете, как оно бывает. Говорят, что из Дейры выходят только трупы. Так говорят. Тогда я подумал, а почему бы не попробовать? Но останки сжигают. Начали сжигать, когда поняли, что я, старик, от них сбежал. Раньше покойников сбрасывали в большую яму. К яме этой примыкает канал, а он ведет к реке. Добрался до реки, считай, свободен. Значит, теоретически мы можем войти тем самым путем, которым ты вышел. Если только нам не помешает... разлагающиеся останки. И если вы протиснетесь через решетку, после моего побега проход к реке закрыли решеткой. Решетки можно взорвать. Чтобы нас услышало полгорода? У меня есть мысль получше. Аксенфурт построен на эльфских руинах. А те, в свою очередь, наверняка где-то соединяются с каналами. Если мы найдем проход... то проникнем внутрь тюрьмы. Видишь? Ничего страшного. И еще совет напоследок. Смени карчму. Здесь все знают, кто ты такой. Спасибо. Что бы вы ни задумывали, надеюсь, у вас получится. Мы тоже. Бывай. Что теперь? Интересные вещи наш друг рассказал о стражниках. Что они пьют на службе? Золтан мог бы позаботиться о том, чтобы у них было что пить. Хорошая мысль. Я поищу проход к руинам. Встретимся позже, на Аксенфурском мосту.
Красиво. А ну мы с тобой болтали, да, Зузя? Куда спешишь? Удали. Хо-хо! Жесть. Так я вчера нажрался, что сегодня. Держит в Дели. У нас есть план, как ее оттуда вытащить, но нам понадобится твоя помощь. Что делать? Погрузи на телегу столько махакамского, сколько сможешь, и езжай в Оксенфуд. По сигналу Йеннифер ты проедешь мимо ворот тюрьмы и угостишь стражника. Тут вот какое дело. Как чародеи в городе перевелись, охотники взялись за нелюдей. Краснолюд, который путается у ворот тюрьмы, только внимание привлечет. Верно, я и не подумал. Люди в таком случае пойду сразу к Йен. Она обещала найти вход в руины под городом. Что, собственно, спасибо за беседу. До свидания. Исчезни, пока я не потерял терпение. Я должна отдохнуть. Вижу, как вы отдыхаете. Болтайте тут с другом, ничего не делайте. Куда прешь, приблуда? Грамоту покажи. Я хочу выйти. Грамоту? Какую грамоту? Такую, что подтверждает, что ты... У меня нет такой грамоты. Тогда дальше ходу нет. Следующий. Постой, как грамоту-то получить? Сперва делаешь пожертвование в пользу церкви. Потом за тебя должны поручиться трое. Этого пропусти, вот его документы. Что? А откуда... Не твое дело. Давай на пост. Привет от Сиги Ройвина. А для кого вы будете готовить костры, когда нас не станет? Служу вечному! Спасибо, Дикстра. Так, куда нам надо? Я вообще-то хотел телепортироваться, куда надо. Так, это Новиград, да? Оксенфурд это здесь. А, это Оксенфурд, оказывается. Я раньше думал, что это Новиград. И... Бывает. Слава королю Родовиду! А чё, захватили это? Оксенфурд Риданцы? Или мне кажется? Йен. Нет, да хочу с Йен поговорить. Герас! О, наконец. Нашла вход? Даже несколько. Ближайший в колодце, недалеко отсюда. А ты про помощь договорился? Мы сами справимся. Начнем. К делу. Пошли. Давай ты меня повезешь. А если стражники знают о проходе в развалинах и поставили там стражу? Не знают. Ты так уверена? Иерархи Новиграда делали все, чтобы стереть память об эльфском прошлом города. Даже если кто-то помнит, что руины существуют, никто не знает, куда они простираются. Тем более никому не придет в голову ставить там стражу. Надеюсь, ты права. Давай за мной. Здесь недалеко. Да, 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 да. Так бы со всеми девушками. Что не спроси, сразу отвечают «да». Чё, можно прыгать, да? Да, да. Пришли. Еще недавно колодец был закрыт камнем. Согласно эдикту иерарха Хемельфарта, изданному больше 10 лет назад.
Но я нашла пару сильных и отзывчивых прохожих, которые за небольшую плату любезно согласились убрать валун. Держи. Что это? Воспользуйся этим, когда найдешь Риту. Так я смогу понять, где именно ты находишься. То есть ты не пойдешь со мной? Ты не пойдешь со мной? Продираться через руины и каналы я предоставлю специалисту. Ясно. Ты предпочитаешь прийти на все готовое. Все с тобой ясно. Спасибо большое. Снова мокнуть. Нет, зачем ты так прыгаешь? Вот зачем? Просто сошел. Так, секунду. Куда нам надо? Ха. Так, надо бы искать развалины. Чем мы тут будем искать? Ага. Крепко держится. Здесь должен быть какой-нибудь рычаг. Честно, я не хочу никуда лезть, больше мне надоело. Так, у нас еще... Опа. Очередной расхититель эльфских гробниц. Варкрофт, это ты? Вдова! Не, ну я только скачил. Кровое течение есть на мече. Где тут валялась красная вещичка, не? Мне что-то показалось. Может пригодиться. Типа от двери это уже открылось. Нет, мы тут не пройдем. Пора возвращаться. С виду стена хрупкая. Мне не фичит, да, нет?
Да вообще, урод. Сначала не взрывался, главное, а потом, когда я уже подошел и его ударил, он взорвался. Так нам не должно быть. А, ну ладно, нет еды. С него, ну, вообще... То есть мы теперь еще должны убить кого-нибудь охранника, чтобы... У тебя сегодня плохой день. Все напрасно. Мы обе сгнием здесь. Шрала? Ее схватили первой. Она в очень тяжелом состоянии. Бесполезно. Без ключа не открыть. Начальник стражи носит ключи при себе. Его комнату наверху. Я скоро вернусь. Ну, скоро вернется в следующей части. Кто? А, то есть я могу спокойно там запереть, да? Да закрой ты уже. Стой!
двух сторон. Тут был еще один, не? Значит, он сбежал. А, это, наверное, он и был. Че мы нашли? Заебончик. В принципе, пора заканчивать, так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч. В следующей части мы организуем этот чертов побег. Ну или мы получим ключ прямо сейчас только. Как ты сюда попал? С чужой! Ты труп! Давайте его труп! Побьем и все. Он мне нужен живым. Живым! Возвращайся в ад! Вот и ёбок. Пола шара. Он мне нужен живым. Живым! Успел. И как вы, блядь, не научитесь? Азазас. Ибо нехер. Отсоси. Ладно, всем еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч. Всем пока.